Ну вот, вышли сегодня с утра. Вчера вот то, что вечером ловили. Полтора часа, час клевал. Потом как отрубило. И вот сегодня пробуем опять с утра уже. Ай-яй-яй, отвалился. Ну, у Виктора загиб. Вон как там вышел. Ну какой. Витек на отводной ловит. Я на простой джиг. О, смотри, здесь. Окунь. О, на вымотке взял. Сошел. Вот опять начинается. Попробуем сверху его. Но сверху не хочет. Неплохой кусок взял. Он какой красавец. Резина, конечно. Все, порвал, смотри. Только он уже с такой пришел. Окунь повсюду плещется, гоняет малька корюшки. Ну, опускаем на дно. 10 грамм вольфрамка. И смотрим. О, мимо. Сразу же. Есть. Ну, в этот раз мелкий. О, какой. Беги. Спасибо. Спасибо. С утра прошел дождь. Вообще не клевало. Солнце начало вылазить. Пошла раздача. Ну так, подергивает. О, на падении даже. До дна еще не упустилось. Я надеюсь, было видно. А какой красавец. Заглатывает полностью. Спасибо. Ведро его. Пошла. Сергей, хороший сил.
У двоих опять дуплет. Видите, что-то доброе взяло. Ух, о! Вот это окунь. Красавчик. Ну, грамм 300-400. Ну да. Вот это красавец, да. Да. Потом в конце рыбалки покажем весь улов. Под самой лодкой. О, хороший, хороший. Он даже неплохой. У меня очень даже неплохой. О, какой. И у Виктора тоже что-то взяло. Ну, окунь взял. Вроде неплохой. О, какой. Попробуем с этой стороны. С той стороны окунь есть. Да и тут тоже будет. Так хоть солнца нет, не светит в камеру. О! Сразу же! Окуневая Эльдорадо! Это есть? Вон у меня, у Витька. Но этого отпустим. Витя ведро отпускает, а я в венту. Причем кидаем, не знаю, ну вон. 20 метров. Опускается долго, правда. Хоть 10 грамм, все равно глубина большая. Ну, опустили на дно. Раз проводка. Два проводка. На третий взял. Ну и у Виктора тоже сидит уже. Не, ну таких селедок отпускаем. Заглотил-то как, о. Ну, Вить, отпускаешь? Конечно. Ведро опять? А у Виктора есть. Виктор Александрович, да, забыл добавить. Это на Викенштейн пойдет. Куда пойдет? Вы не обращайте внимания, он бывает бредит, блин. А спасибо. Ну, сейчас у нас будет трофейчик. Загиб. Загиб. Есть рыба, сачок. Ну ладно, будем заканчивать. Надо ехать домой. Ну и так половили неплохо сегодня. Килограммов 5-6 есть. 20-литровое ведро, почти полное. Да, Вить? Ну да. Ну ладно. Всем пока.